А вы знали, что в основе правильного развития организма и движения лежит развитие вестибулярного аппарата? То есть надо кувыркаться и кружиться, чтобы все органы держать в тонусе. Исходное положение – лежа на спине. Учимся группироваться. Колени должны стремиться ко лбу. Выполняем 8 раз. Остаемся в группировке и раскачиваемся. Теперь раскачайтесь и постарайтесь перейти в положение присед. Теперь кувырок назад. Раскачайтесь и заведите ноги максимально за голову. Точнее, поставьте колени на пол так, чтобы голова была между ног. Делаем классический кувырок. Исходное положение присед. Руки ставим впереди на ширине плеч. Постарайтесь положить голову между рук так, чтобы занырнуть в карманчик. Оттолкнитесь ногами от пола и готово. Теперь кувырок назад. Его хитрость в том, что в самый ответственный момент нужно убрать голову в сторону и опрокинуться через плечо. Вот и все.